Украина рассчитывает в ноябре подписать контракты с американскими компаниями «Шеврон» и «ExxonMobil» о разведке и добыче традиционного исландцевого газа. Речь идет о разработке шельфа Черного моря на границе с Турцией и Румынией, а также в Прикарпатии. Будущее сотрудничество обсуждал сегодня в Нью-Йорке Виктор Янукович с руководителями этих предприятий. В частности, компания «Шеврон» гарантирует вложить только в геологоразведку залежей исландцевого газа во Львовской и Ивано-Франковской областях 350 миллионов долларов. По условиям соглашений, все добытое топливо должно быть реализовано в Украине. Это позволит заменить часть российского газа и, соответственно, значительно снизить цены на топливо в стране. Мы тесно работаем с правительством Украины и создаем программу сотрудничества на следующие 5 лет. Добыча природного газа и развитие этой отрасли в США в свое время принесли новые рабочие места и стали основой индустриальной базы страны. И мы уверены, в Украине это тоже возможно. В рамках переговоров в Нью-Йорке сегодня ночью по киевскому времени Виктор Янукович встретится с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном, а также с генеральным секретарем НАТО и президентом Финляндии.